Друзья, всем привет! Вы на канале «Дача в Снегирях», город Новосибирск. Сегодня 29 августа. Посмотрите, какой у нас туман, как молоко. Вчера приехала с работы поздно. Лёша меня привез. Было 9 градусов. В общем, я затопила печку, потому что замерзла. Ну, домик быстро нагревается. Все, прям осень-осень. Вон уже березы прям некоторые. Уже листва подсохла. Да. Пар изо рта идет. Все мокрое, дожди продолжают у нас лить. Вот эти два дня без дождей, четверг и пятница. Сегодня 23 градуса пообещали. И поэтому я сегодня уже точно приехала все убирать. Ну, Пету не оставлю пока, потому что еще буду приезжать. Все в паутине. Земля вся зеленая. Туман. Буду сегодня все убирать. Приехала на два дня. Короче, капусту мою пекинскую всю сожрали слизни. Вон они. Ну вот вилочки вроде как и завязываются. Но съели слизни. Редьку, кстати, не так поели. Там редечки маленькие торчат. Ну, сколько вырастет, столько вырастет. Нам в любом случае хватит. Это так, в целях профилактики. Да. Все мокрое. Роса. Сегодня уберу лук-порей, не буду его оставлять. Приготовлю уже грядки сегодня. Короче, у меня два дня пахоты. Нужно вычистить парник. Малину. Малину нужно прополоть, обработать. Удобрить. Ну, кабачки уже не растут. Ну так. Если ночами такой холод будет, 9 градусов, где же они вырастут? Не вырастут уже. Так, что тут в тепличке? Да. Ну, тепличку я буду сегодня убирать. Все полностью уже готовить к следующему сезону. Сниму все томаты, какие есть. Какие есть, конечно, пасынки вон наросли. Метровые огурцы. Ну, что-то там есть. Но они уже все прям высыхают, огурцы. Ну, потому что ночью, что, 9 градусов. Все, уже в Сибири наступила осень. Почти что. Ну, конечно, еще будет бабье лето. Ну, если +3 будет, то
Мы, кстати, в прошлый раз так вот подрезали кустики аккуратно. Скосили траву. Ой, георгины, чудо чудное. Очень люблю вегетативные георгины, обожаю. Но в этом году вот дождь залил все. Нет такого цветения, как вот каждый год. Видите, вон какая красота. Красота. Яблочки спеют наши. Ой, прям я так люблю вот на это смотреть. Красота. Да. Ну, правда, вон залили дожди вообще. Земля зеленая. Вот эти флоксики хорошенькие, зелененькие, чистые. Вот эту хосту слизни съели. О, посмотрите, какая паутина на георгинчиках моих. Короче, буду все убирать. Буду все убирать. Ой, туманище. Я, кстати, в прошлый раз увезла домой лофос и пеларгонию. Обработала, подстригла, пересадила в маленькие горшочки. Вот еще сегодня заберу коллизию. Ну, завтра заберу коллизию, потому что что-то у нас в сентябре до плюс трех. Передают. Я думаю, что она замерзнет. Ну, красавишна. Вот эти колобки. Ой, слушайте, она как это, как стеклянная. Нет, надо забирать. Забирать домой. Забирать домой. Флоксик. Так что заберу вот этот гнофалиум, мне он очень нравится, красивый, обстригу, заберу домой. Да, туман, как молоко. Ладно, друзья, потом покажу то, что сделала, что как убрала, как что подготовила.
Нужно еще чеснок на посадку нашелушить, отобрать семена. Уже пора. Чеснок я сажаю 20 сентября, ну, с 20 по 25. Не затягиваю. Тем более грядка готова. Ну, торопиться, конечно, не буду. Но вот 20-25 сентября сажаю чеснок. Каждый год так сажаю. Вот в этих числах никогда он не прорастает. Все в порядке. Поэтому сегодня уборка. Я приехала одна. Поэтому буду работать усиленно. Уже на следующий год нужно все готовить. Ну что, друзья, до новых встреч, до следующего видео. Обязательно вам покажу то, что сделала на своем участке, какую уборку делаю, как все убираю, как все зачищаю. Подготовлю грядочки уже, заправлю, покажу чем. Ну, это будет в следующем видео. До новых встреч!